уважаемые дамы и господа, тема этого ролика – 30 минут в день, которые могут изменить жизнь. Меня зовут Павел Гусев, начнем. Самая большая причина неудач – отсутствие терпения. Это также неудержимое желание немедленного получения результата и выполнение всех желаний стоят в основе большинства провалов. Реальность такова, что успех требует времени. Большой успех требует много времени. Ричард Брэнсон не стал миллионером за одну ночь. Мадонна не проснулась в одно утро королевой поп-музыки. Дэвид Бекхэм не превратился в суперфутболиста за несколько тренировок. Тем не менее, есть способ, который срабатывает для любого человека и в любой ситуации. Большинство людей знает о нем, но никогда не использует. Зачем? Ведь гораздо лучше подождать, пока мир сам упадет к их ногам. Однако мир, как правило, не спешит отвечать взаимностью. Возьмите на вооружение простой способ, который непременно приведет вас к успеху. Он называется теория получаса. Его достоинство заключается в том, что он подходит абсолютно для всех и легко интегрируется в любой график. Общая идея заключается в том, что вы делаете одно небольшое действие каждый день в течение получаса, а затем по мере совершенствования его усложняете. Кажется слишком очевидным, не так ли? Но вы будете удивлены, как много людей говорят о его банальности, никогда не попробовав сделать это. Это может означать, что вы будете уделять полчаса каждый день для чтения. Ерунда, не правда ли? Но таким образом в течение одного года вы прочитаете примерно 24 книги, и это больше, чем большинство людей читают за 10 лет. Вы можете посвятить полчаса в день изучению иностранного языка или приобретению других полезных навыков. Получайте углубленные знания по интересующему вас вопросу. Получайте недостающий опыт. Используйте полчаса каждый день для достижения мечты своей жизни. Занимайтесь тем, что вы откладывали все время на потом из-за нехватки времени. После некоторого времени следования теории получаса, например, через полгода, оглянитесь назад и вы вспомните, с чего вы начинали. Будьте терпеливы, не ждите сиюминутных результатов. Для всего нужно время. Чем грандиознее ваша цель, тем больше понадобится шагов. Вы будете поражены, насколько продвинулись на своем пути за всего 30 минут в день. Помните, вы уже делаете гораздо больше, чем остальные. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся скорым временем.